У Типана на втором месте 62 поинта, у этого 149. Два раза топ-1, один раз топ-2, кило больше всех во всех катках. Пусть Тося Альфа расскажет. Тося Альфа, ты можешь ДС зайти мой? Чел всю карту на квадрике подлетает, но он хорошо летает на квадрике, окей. Здорово, да. Здорово. Попробуй ЕХЗ, но просто чел, если ты больше на его трекер, он начал плейсить, ну как раз вот, может, 2 месяца назад, и примерно консистент и все время с киллами. Человек, который играет на контроллере, 100% Зеном. Даже его геймплей посмотреть. У меня в Финляндии все рубят с этим, все позаказывали, на демке поиграли. Все, кто играет на контроллере, все финны, играют с Зеном с фиговыми скриптами. И у них там басит, и купить скрипты, которые очень жесткие, очень сложно. Но если ты их купишь, то это выглядит именно так. Это 100% Зен, прям 100%. Но просто это не спалят. Это не прям читы какой-то рейш. Да, 100%. Я в курсе. А там что, там аим прям или что? Там просто ноль отдачи. Он, так он не мисс ни шота. Ни из дробовика он ни разу не мисс ни шота. Ну, так, это, а как, на контроллере типа... это в этом сезоне невозможно. Аймассист очень фиговый. Он не мисснул за 3 катки в тир-1 лобби. Чел без ирнинга. Допустим, у него не дрожат руки в своих первых финалах. Ладно, допустим, если он просто, ну, блядь, в этом сезоне понял, как играть. Да, допустим, он просто поверился, очень жестко, у него вообще не дрожат руки, он квалился в первые финалы, он играет без Зена на контроллере. 3 катки подряд против лучших игроков, которые тебя читают, двигаются очень хорошо, это просто невозможно. 150 поинтов, у него отрыв 100 поинтов за 3 катки у Резона, ДКС, Аками. У всех. И чел не мисснул ни шота. Не, ну смотри, насчет отдачи. Типа, вот с ППшки отдачи как таковой вообще толком нет. Ну тогда, поэтому в этом сезоне это очень трудно спалить. И с дробовика, типа, он дает нормальный дэмэдж. На Зене это как-то вообще можно юзать? Так, на Зене это топ. Именно на Зене это так и выглядит. Даже не жесткими скриптами, на Зене это именно так и выглядит. Подожди, ты расскажи, что именно вот в Зене, нахуй, вот в этом ебучем. А это только убирает отдачу и все? Зависит от скриптов. Ты можешь наскриптить тебе рейдж, возможно. Я не знаю, я не покупал. Хорошо, вот, допустим, самый жесткий скрипт. Может такое быть, что ты префайр там будешь давать? Не, ну это ж префайр, это префайр, это же это. Ну это уже да. Это не. Просто у тебя каждый шот летит. У тебя аймассист очень овер жесткий. У тебя летит каждый шот. Но чтобы купить, найти скрипты, это. Подожди, у тебя именно аймассист лучше становится, этой хуйней. Ну, зависит от скриптов. Там на скриптить я не уверен. Мне просто финны играют, кто на контроллере, играют на хуевых скриптах. И кто-то иногда находит что-то получше, и они прям кидают клипы. Где залетают прям хуёвые игроки на контроллере, у них залетает все. Бля, я понял. Но у них может просто отключиться этот Зен или еще какая-то хуйня, просто потому что плохие скрипты. Но жесткими скриптами, но это 99%, что это чел с Зеном. Потому что это контроллер, который первый раз куда-то начал квалиться в этом сезоне и не миссает ни шота. Ну, скорее всего, может быть, да. До этого у него лучший плейсмент, до этого сезона это топ-1000. Он играет 2 года. А он плейс начал именно вот 2 месяца назад как раз, да? 14 ноября, топ-10 на соло кашкапе. Да, и после этого у него топ-603 кашкап с ботами какими-то. Потом опять соло кашкап, где он один может играть. Топ-100, неплохо. Ну, типа у него понимание игры есть неплохое, все равно. Типа он ротейтится неплохо. Ну типа ротейтится он охуенно. В любой ситуации он не мисснет ни шота. Если он любую ошибку допускает, его просто спасает то, что он всех убьет. Ну да, да, он типа попадает, я заметил, что он попадает, пиздец. Но на контроллере без Зена в этом сезоне невозможно. Контроллер а ты, очень а ты сам не на контроллере же играешь, да? Не, я на клаве мыши играю. Просто у меня много знакомых, кто играет на контроллере. И массист говно сейчас. А аймассист прям фигово. Ну, те, кто более-менее скрипты находят, могут неплохо попадать, хотя они бомжи. Но это очень зависит от скриптов. То есть, если, допустим, на геймпаде вот игрок Fortnite там играет 2 недели, и он, допустим, хуёво попадает, то есть с Зеном этим ебаном он будет нормально попадать уже, да? Ну, Зен за него с имбовыми скриптами просто наводится. Вот как ты смотришь за его геймплеем, у него он ни разу не дал спампы меньше 100, что в этом сезоне, в принципе, ну, да, почти невозможно. По факту, кстати, в этом сезоне, блядь, я по 20 обычно с этого дробовика даю. Но это я, конечно, но все же. Ну, все равно. А им даже, ну, за любым жестким аимом, там, Тайсон, любой, ну, не выдает каждый шот 130+. Ну, это факт. Пруфы, всякие фигню, что постят в Твиттер, это... Ну, это... Ну, это хуйня, скриншот да. Можно подделать. Но то, что Зен не палится. Скорее, все контроллеры, которые плейсят, ну, скорее всего, играют Зена. Но их не кикает с каток, их не банит, да?
И да, ты тебя никогда просто не поймать. Это как будто ты мышку поменял. Да, просто да. У тебя мышка, которая. Я слышал об этой хуйне в Warzone, просто ее юзаю часто. Пацан не мешает, не мисает ни шота. Неплохое, в принципе, понимание игры, потому что все равно он играет 2 года. У него вот с 2020-го начала года. Апрель 2020 у него первый плейсмент. То есть все равно он играет уже почти 2 года, у него есть понимание. И все, не мисать ни шота. Ну да, если у тебя есть понимание, и ты, блядь, не промахиваешься, тут можно все турниры ебать.